Не, ну места классные. Вода поднялась. Сейчас тут тенечки будем их встречать. Тут какие-то следы наши есть. Ну так, растут камыши потихоньку. Не, что-то Михалыч включил заднюю. Я думал, поедем вперед, но... А не, поехали только другим маршрутом. Мы пошли другим путем. Так. Тут классные места. Кто-то уже приехал. Блин, реально глубоко тут. Я иду выше колена местами. Да, тут болото знатное. Что, не ждали меня отсюда встретить? От нас не уйдешь. Подожди. Тут, блин, неровная почва вообще. Тут неровная дорога вообще. Да, у вас на БТРовских недалеко зашел. Тут так непросто, видите? Просто идти. Так, смена машинки. Это запорожцы было? Да, нет, это не мой, это Макса размер был. Давай, бугай, помогай, елки-палки. Порвет сейчас. Куда едет, куда он денется? Коварное болото. Там даже пешком сложно очень ходить, кочки. Поехал сам. Звуки на порталах. Складывайте, не складывайте. Макс говорит, мы проедем все равно. Там внутри Макс, вы понимаете, что так не... Так это не остановится. Он говорит, я проезжал тут. Блин, я штаны немного ослабил. Идет, идет, идет. Охренеть. Идет. Красавчик. А мы идем за ним. Ну тут... Не, прошел. Видите, в натяжку. И траектория полегче все-таки. Траектория полегче и прошел. Пинзгауэр. Ну круто. Хоп. Стоп! Поехали в лагерь! Разгружай, разгружай! Вперед, толкай его вперед! Да не, уже беда. Ну чуть-чуть вперед и назад. Чуть-чуть. Чуть вперед, Олег. Без газа вообще, без газа. Оп. Оп, все, 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 назад. Олег, назад. Не, не, все. Да, клиренс тут другой, колеса поменьше значительно, конечно. Шноркель такой шикарный. Не, ну машина яркая. Родственник, дальний родственник запорожца. Михалыч, а инжектор или карбюратор? Инжектор? Все, уже назад зацепили, тяну. Давай, я буду толкать, чтобы быстрее ехало. Чуть медленнее копай, медленнее копай чуть-чуть. Поехала, поехала почти.
блокировка сзади. Пошла сама. Сейчас Саня попробует на коксе пройти. Ох и красиво. Ох и красиво, блин, влево надо было. Ну, это вообще фантастика. Просто, блин. Это круто, конечно. Так, Миша в сторону лагеря. Все, двое только. Ну что, на двух ноголь вброд, Макс? Все едут в этот самый лагерь. Ну а мы ноголь вброд. Ноголь вброд? Да. Поехали. Дмитрий испугал всех, короче. У нас, конечно, люди такие боязливые все-таки. Сталина еще помнят. Карательную систему всю эту. Хотя, едем мы и едем, никому не мешаем. Натяжку по этим кочкам идет. Тут вот такое, смотрите. Кочки. Болото. Вода просто поднялась, а так тут не глубоко вообще. Сейчас, а где поворот? И осталось нас только двое. У вас на БТРовских. И Чироки. XJ. Красавчик на 35-х. Триподорах. Просто бомбезная машина, конечно. Пружины какие-то гигантские просто стоят. На камере, может, не видно, но... видно огромное. Ну вот они, унемоговские мосты. Красивые. Вот где мы выехали. Где Крас сидел. По Красовской траектории надо пускать. Тут как-то подсохло. По прямой проедет. Без вопросов. Ну вот место Кразой. И ГАЗ-66 здесь в прошлый раз нырял. А что-то вообще ни о чем. Так, Саня упал в колею. Думаю, вопросов тут нету. Саня, меня подожди. Красиво. Легендарный автомобиль. У тебя кондиционер работает? Да. Пока. Дворники. Сейчас окно откроем еще. Кондиционер. Более на... Да. Это стекло мы разбили когда-то, да, не так? Да, Видишь, раздатку уже надо доломать полностью. Это же я не добиваю уже сколько. Она не добивается? Не добивается пока. 242? Да. Так. А, да. Это здесь бляха. Поехали. Ну, сейчас, в принципе, проедем. Ёханый бабай. А он не проехал. Он даже не проехал. Слышишь, мы слева, поехали слева, объедем и пусть за нас цепляется. Там ходом должны пролететь. У него лебеды нету, ну, по своей сейчас подтянем. Там надо, да, там 80-ка проезжала и шишига проезжала, так что мы проедем. Не, где? А, вот тут, да. Да, паучок такой для съемки. Но они не сидят еще. Может, зацепятся. Вот дорога есть. Он едет по дороге. Или между как-то. Возьми между, чтоб. Поехали. Не, она проедет, она легкая. Или ты на коксе хочешь? Ну да. Че-то хер его знает, как лучше ехать. Ну давай, средним таким, не сильно быстро, а так. Вот так левее, наверное, туда. Да, давай левее, чуть-чуть левее, да. Только недалеко. Вот так, между колес, да. Не, проехали они нормально, вперед-назад. Ёханы бабай. Мы не проехали. Да не, проедем сейчас, чуть-чуть, назад, чуть-чуть, не копай, стой, назад. О, вот блокировка включилась, ну, пошли.
достоин. Давай лебедку. Что-то мы тут попали. Нарыто чуть-чуть. Лихода не хватило. Вперед что-то. А впереди есть блокировок? Нет. А. А ну подожди. На заднем приводе, да? Да. Задний все равно. О, включился вперед. Я думаю, что-то мы тут не должны были застрять. Видите, все. Все нормально, машина четкая. Ну, Руслан, мы поехали. Давай, я. О, как тут все заросло. Так, у вас на БТРовских. И на Унимоговских. Унимога, УАЗа, Унимога БТР. Колея широченная просто. Тут, кстати, интересный там выход с той стороны. Смотрите, как тут. Непросто. Чуть больше газу назад и больше газу вперед. Все, ходом вперед. Ай, провалились. Кокс у нас же протектор чистился. Больше газу немножко. Вот так. Ёханый бабай, замылен протектор. Шины накачаны сильно. Ты видишь, что значит замыленный протектор? Вообще не. Надо назад в воду ему, наверное. Рации нету. Приехали, я на задний привод поставил. А я еще думаю, странно, мы должны были проехать. Мне надо больше, тут надо. Назад водичку вздать. А вода упала. Да оно непонятно, местами выше, понял? Ну здесь упало по сравнению с тем, что вот это. Здесь, вот это какая-то мелкая лужа. Здесь, да, я бы не сказал, где-то на том же. Оно как-то просто островки подсохли. Да. А так оно уровень есть. Да насчет времени суток даже прыгает тут. Да? Ну думаю, да, как в общем бассейне. На Днепре, на Десне. Ну-ну-ну, газюры, 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 да. Там правильно пошли туда. Вон там. Там, блин, неправильно пошли. А как нам теперь их объехать? Подъезжать и оттуда тянуть тебе? За жопу их пробовать, да. Да, он так замылен, что он не зароется, да. Подожди, не копайте, все. Саня тут уже все мели знает. Опыт большой. Видите, совсем по другому стилю едет. Сейчас его назад подтянет. Да, хоть. В принципе, если что, я на лебеде ж могу. Да, да, если что, мы подтянем. Давай. Так, Саня, на обгон пошел, блин, ну там жестко. Там жестко. Ну, кадры красивые. Иду, иду. Жесть. Я в костюме один сегодня. Есть желтая разощитка. Ну тут когда-то я сидел на боку так. Какие кадры шикарные. Да, кадры
есть что вспомнить. Очень похоже. Под левым колесом. Это ж Саня на прошлых выходных накопал, да? Да тут все накопали, кому не лень было. А прикрой дверь. Саня, закрой дверь, Сань. Оу. Так. Макс, отойди, отойди чуть. Ох, какие фотки. Красавцы, да. Фотки, сейчас еще вот с этого. Да ты достанешь. В прыжке попробуй. Нам нужен контент. Не допрыгнешь? Что, получится? Ну ты, в принципе, вот тут по колесу раз-раз можешь. Я знаю просто твои... Давай, подержу телефон. Наверное, надо... Меня будет привязываться за это, за березки, наверное. Да он не сидит так, что прямо-прям. Ну, прям. Пускай не роет, а так чуть-чуть. Да-да, на малых, на малых. Подожди, я помогу. Или ты сам? Может, с той стороны есть? А с той стороны тоже есть? А что ж такое? Где? А с этой что? А ну глянь, ну с этой стороны крюк просто висит. Получится? Да. Все, Саня, давай. Подожди, меня вытащите. Блин, хотят... Давай, а первая? Первая пониженная и на холостых. Помогай, помогай! Это не пониженная. Подожди. Давай, давай. Давай. Идет, 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 идет. Хватает. Немного надо. Отлично. Колея широченная просто. Нормально. Ага, и лобовое. А, испачкалось. Моется, да. Моется? Моется, все заправлено. Ты готовился, да? Да, с вечера. С вечера. Так. Класс, конечно. Двумя быстрее машинами, да? Ну, конечно. Понимаешь, только две. А не 8 или 10. Сейчас поле. Болотисто. Сам кузов. Да, не давай, красиво сделано, да. Аппарат. Ну видишь, колеса, если бы давление было вот как у Шишиги 0,6, где-то 0,5. Да, да, да. Они... На быдлоке бы, да, оно бы совсем по-другому. Оно бы не, оно везде ехало, понимаешь? А так оно на верхушке цепляется, мылится и все. А тут дорога же есть в прошлый раз, помнишь? Как? Да мы же поэтому. Или пролетали. Мы по полю поедем. Я не знаю. Пускай посмотрим, пускай переедет он, чтобы оба вдвоем не сидели. Да, да, да. Чтобы... Приехали к следующему небольшому препятствию. Ну, тут дорога несложная в прошлый раз, по крайней мере, была. О, жестко, жестко, жестко. Правей, правей чуть-чуть. Ёлки, задний блок не работает. Должен ехать. Сзади блокировку попробуй включить. Что-то заднее не работает. Вправо, вправо. Не копай, не копай. Хорошо все. Все, теперь ходом отсюда. Ходом, ходом. Все, все нормально. Ух, по-суровому. Блин, ну ты вообще легче. Я, наверное, ты по полю, да? То я в прошлый раз тебя не снял. Подожди, я на тот берег схожу.
Так, Саня, тут есть для красивого заезда есть красивая траектория. Блин, и, конечно. Саня, да, ну тут, я тебе скажу, заилилось и глубоко, и вода все-таки выше как-то тут. Поменялось немножко все. Ну, почти, чуть-чуть может еще. Ну, там очень жестко. Ну, попробуй чуть-чуть больше назад. Хорош! Хорош! Блин, упал. Не, проехал. Шикарный аппарат. Тут без вариантов. Шикарный вес, соотношение вес, размер колес. Все четко. Так, ну завершающая лужа перед гольфбродом. И тут есть лайт вот слева, есть... Справа хард. Дно очень заилено. Да, не просто тут. Мостом уперся. Попробуй. Назад и ходом вправо руль, назад и ходом. Хорош, хорош. И вправо, вправо руль. Пробил мостами колею. Круто. И Саня по лайту, колеса поменьше. Ох и лайт там, я вам скажу, сегодня. Жесткий. Только за счет колес и блокировки. Ты видел, что он делает? Да. Круто едет. А ты говорил, что задняя не работает блокировка? Ну там не работала, сейчас не видел. Наверное, работала, судя по тому, как ехал. Пробили, понял? Мостом сбили этот колею и выехали. Включай кондиционер. Что ты? Выключил. Полный. Кондиционер включили. Фух, блин, ну круто едет. Слышь, там слева там было где легко так вообще. Ну понял, не пробито. Ага. Первому, я так понимаю, за тобой бы уже кто-то ехал. Ты уже пробил, было бы легче. Мул очень глубокий. Идешь ногами, просто жестко. Так, ну все тут, глянь, даже тут вода. Какие-то дожди вроде уже несколько дней не шли, да? А как-то столько а влаги. Да? Ну пару дней не было же, да? Ну да, вот пару дней не было. Вы его на мониторе видели, да, это место? Фух, блин, да, тут так сделано все по-взрослому. Да, Макс, смотри, отбойнички. Да. Хорошие такие. Да? Четко, все правильно. Ну, красиво там было, так сложно вообще, предпоследний. Да и в последний хорошо было. Так, подвесочка сработала. Что там? Ну, сразу идет уже дорога. Да, вот туда. Ну, один брод, и там второй брод. Ну, вот там слева есть. Такое дно, а вдруг... Блин, вода. Вода вроде выше сегодня, со слышишь? Со своей колеи. Не ехать, стрёмно как-то. Да. Ладно, другой раз. Давай в декабре там будет лед, по верху проедете. Крас, класс вообще. Сейчас хоть походим. Сколько я тут раз проезжал. Вот тут есть дорога рядом. Ну, Михалыч в прошлый раз. Блин, что-то сапоги текут вроде или не текут, не пойму. Я на УАЗе ездил здесь постоянно. Постоянно ездил. Не далече, как в прошлом году. Как год назад, да, Макс? Так, ну все, ноги помочили, отметились, можем ехать назад. Поехали.
Класс. Богатый стол. Да, не очканули, не испугались Диму, да? А Дима запугивал нас жестко, конечно. Там уже, может, Беркут ждет нас в лагере. Дима как-то фамилия. Кириленко. Наверное, живет, да. Беженец вроде. Ромыч уже пробил его, говорит, с Донецка. Ручник, да? Да. Ручник. Не, ну Немоговский — это нормальная тема, конечно. Панара. Там на наконечнике, видишь? О, так тут саленблок. Можно лебедку назад вывести, так как у меня было. Чего? Только ресивер потому убрать, что, да? Потому что назад идет этот. А, есть там, да? Да, назад выход есть. А, вон есть выход, да. Только вот этот ресивер убрать. И как раз... А, и тормоза на мостах, да? Класс. И как раз... А, и тормоза и на мосту, и... Да, да. И сзади, и спереди. А на мосту это тоже ручник или что это? На, вот кулек это... вот это бросай, чтобы не воняло. А, или ручник только на колесах, а то основной. Нет, ручник вот именно на мосту будет, еще не доделали. Ну, на редукторе. Да, это же на кардане он, да. Запаска полноценная. Все в обратном направлении. Все то же самое, почти там будет чуть-чуть другая траектория. В обратной последовательности. Что мы в объезд? Не, ну здесь, там не хочу. Да, там. Пускай подъезжай я... ближе чуть. Сейчас спрыгивает. Там, конечно. А, там может не выехать сразу. А, ты тоже не выехал. Да выйдет он там. Не выйдет. Там вода. Протектор моет. Тут ты так сложно шел, сложно. Ага. Так, опять на заднем опять. Опять на заднем. Не хочет, оно идти, лишь на заднем. Так куда на заднем ты шел? Да поедет сейчас. Не включился, наверное. Тогда только щелк, и потом оно включается уже тяжело. Ну, сейчас включилось. Давай назад. Да, надо раскатать. Попробуем мы. Нет, чуть боксом. Ё-моё, вот это едет. Ёханый бабай. Вот туда жестко. Отбойники не поставил, они в кузов упираются. Да? Ага, жестковато так. А ну давай-ка я покажу с улицы происходящее. То есть салона хорошо, но не так интересно, наверное. Там сложный выход. Там сложный выход. Ёханый бабай. Там совсем непросто. Там диагоналка. Если блокировка еще задняя была, не работает. Блокировка задняя не работает. Влево, да, надо. Там Макс знает дорогу. Подсказал. Сильно влево надо было раньше вправо, но... По-жесткому пошли. Ну, хватило, да, хватило клиренса, хватило всего и крутящего. Вот такой ил очень сложно идти. Очень сложно. И он глубокий, проваливается. Да. Это Чироки, детка. XJ 20 лет на конвейере. Респект, конечно. Да, или 21. Они вроде до 2001 года. До 2001, я просто с какого не знаю. 84-го. 81-го даже, мне кажется. Нет. Нет, запчасти когда пишут, 84-2001. А, вот так? Вот, ага. Вот. Так, они же там в 96-м году, наверное, там, ну, кузов чуть-чуть поменялся. Подъемники вот это были?
были, да, что-то там... Отсек лишний вес. Не, ну в эту сторону легче, однозначно. Мы назад туда ехали в прошлый раз, я ни разу лебедку не включал нигде. Да? Все проехал? Да, везде. Что, поехали сразу? Это мы тоже нормально поехали сейчас. Вот это жестяк. Да. Мы тоже так поедем? Ну да. Да. Бочком. Бочком. Уже траектории изведаны. Ну блокировка, как слышно просто, как зад подхватывает. Да, они куски вылетают с земли, вот это четко, да. Четко цепляет. Они, наверное, по полю, как мы ехали, поедут. А назад они и так проедут уже. Оно и назад уже здесь, оно и так проезжается. Да, они вон поехали. Мы тут натяжку можем ехать. Полный включен же. А, не, на заднем. Не-не-не. Так мы только что на заднем проехали? Да? Да. Да. Охереть. Вон они дубасят, смотри. Точно задний. Вот и задний был. Я думаю, что-то она как бы идет у нас тяжело. Странно, да? Да. Вот это ты дубасишь, вот это ты дубасишь, блин, мы взлетали только что, я был дольше в воздухе, чем ехал. Там видишь, кули накатали, красиво. Там кочки, нету кочки, болотные, стандартные. Смотри, дубасят как красиво. Здесь вот так надо ехать, потому что там засядем. Думаешь? Да. Блокировка включена, да? Вроде включена. Эй, блядь, опрыскалось. Да, вот так, вон, смотри, как он едет, Да, вот мы не так поедем чуть-чуть, потому что мы там... Нам левее надо, надо, да, нам влево вот, надо. Вот сюда, на бугорок, на вот да, это. Да, 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 да. Йоханы, бабай, вот это мы дубасим. Давай, давай. Мы сели уже. А, шо? Вот. Все, я пошел. Закрывай окно. Раскатают или нет? Может и раскатают. Блокировка. Задняя не работает. Блокировку заднюю включи. Блокировка не работает. Не слышат они меня. Ну красиво дубасит. Красиво. Очень жестко. Пробивает колею себе. Все заиленное дно. Все, пошел на выход. Так, Саня, пошел. Запрыгиваем. Не, ну круто едет, конечно. Ничего не скажешь. Рулем, рулем, подожди, не копай, не копай, не копай, зарыл. Да. Когда останавливается, блин. Блядь. У нас вроде все включено. Видишь, нет, тут просто, просто очень хотя... надо было, чтобы я посмотрел, может, траекторию. Видишь, тут, левее, тут очень жестко. Или левей. Так, едут нам помочь. Шикарный аппарат получился, просто бомба. Чуть-чуть доработать. Блин, я сегодня
и штурман, и оператор. Нагрузка тройная. Тоже знакомый кадр. У меня такой есть, только в следующем месте. Очень красиво. Да, жестячок тут полный. Что тут жгли, какой-то диван. По харду. Красиво. Так, теперь Саня. Не менее уверенно. Там будет сложное место с острова выезд. Он вроде дорогу знает, да, знает дорогу. Блин, как красиво прошел. Очень технично. Вообще красавчик. Так, теперь мне осталось их догнать по этому болоту. Ух, елки. Тут просто жесть. В общем, подписывайтесь на канал. Оффроуд у нас очень разный. Разные внедорожники от запорожцев до кразов, унимогов, ифы. Все есть. Такого ассортимента мало, где вы можете увидеть. Ну и весь мировой внедорожный автопром представлен. Там Тойоты, Ниссаны, Митсубиши. Это все в избытке. В любых вариациях. Ну, Нивы, УАЗы, само собой. Так, все. 300 метров до лагеря. Еды, наверное, уже нету, конечно. Миша тут, да-да, тут надо включать, там задний ход надо включить, а, прокатиться назад, не, чуть-чуть катнись назад, а потом нейтралку и включай. Ну, блин, жестко ты включаешь. Выключить, короче, надо ехать, мы так переедем. Думаешь? Надеюсь. Ну да, тут машина серьезная. Вам не, не велосипед Орленок, да? Йоханы бабай. Не переедем. Не переедем. Повисли. Да. О, вот попробуй. А не, вперед работает. Так все работает. Висим. Повисли. А ну давай я выйду, может подымется или вряд ли. Нет, вот оно висит. Макс! Повисли, тут бугорок серьезный, надо было сюда идти. Даже в местах, где запорожцы проезжают, может любая машина застрять. Полностью висит зад. А выключи драйв. Хватило. Там ступеняка, конечно, суровая. Варн, конечно, обычный, но скоростной. Оп!
Все тут по траектории Запорожца. И вон лагерь. Блин, даже тут такое уже раскатали. Просто какую-то жесть реальную. Где было просто дорожка. Ну что, все. Провод на сегодня завершен. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Включайте колокольчик. Вот тут внедорожное царство. Всем спасибо, кто досмотрел. До встречи. Пока. Какой ты красивый сегодня.